помогают им лайнсмены Евгений Стрельцов и Денис Тарасов. Но по протоколу опять же сегодня первое звено. Это Евгений Бодров 11, Дмитрий Обухов 34, Кирилл Петров 90 номер. Я не знаю, может, защитников не сохранил. Смотрим повтор момента, когда Ярко Иманин, ну, похоже, где-то в середине таблицы находится. Ну вот смотрим за броском, добивание будет, нет. Да нет, здесь штанга. Здесь штанга, так. Сейчас руки будут разведены в сторону. Да, тут... Ну, а посмотрим, что в большинстве. Я уже говорил, да, что большинство для Льва. Печальная статистика и шайба в воротах. Ну, вот Люба Жбартычко. Статистика обманула. Обратите внимание, как зряче бросал Карл Пиларш. Да, он успел посмотреть, он видел, что процент выигранных бросаний у Акбарса. Причем тут, наверное, стоит отметить, с положительной точки зрения, выход 2 в 1, бросок. Веханин не смог выручить. Казалось бы, что уже все. Парировал он этот бросок. И что, дубль, как сложилась эта контратака. Вот здесь Бодров проиграл борьбу Нетику. Нетик добежал до ворот. Вот видите, шайба Нетику. Нетик увеличивает свой бомбардирский счет. Еще раз смотрим на повторе. Да, успел добавить. Не, очень неплохо сегодня выглядит. К нему никаких вопросов быть не может. 30-летний чешский голкипер попался в сетку. Томаш Дуба им форвардом, который вот буквально несколько часов назад официально пришло известие о том, что еще одно добивание, и счет становится 3-0. Опережая своего оппонента. Миетинин вроде пытался Нетику помешать. Но в итоге Льва. Задержка соперника клюшкой. Концовка периода. Очень важный момент. Никулин! Шайба в воротах. Выскакивает. Да, команда будет играть в большинстве. Надо обязательно создавать трафик. Закрывать. Бодров с партнерами сейчас на льду. Бодров, Обухов. Не дошла. И бросок с неудобной руки. Из площади практически ворот. Передача, Куляш! Мы комментаторы, вот шайба, самое известное, с чем сравниваем. Бабочка ли... Да, даже до броска дело не доходит. Но шайба попала в ворота, и похоже, все-таки это 4-1 до сирены. Шайба пересекла линию ворот. Поздравление принимает Бронислав Мезей. Да, похоже, это 4-1. Таков окончательный счет.